Московский отдел полиции. Сюда по подозрению в совершении кражи доставлена молодая женщина и двое ее детей. 17-летняя девушка и 10-летний мальчик. За что вас сюда? За кражу. А как это было-то? Вы у кого украли-то? Что украли? У бабушки. У бабушки? Угу. И что вы делали? Воду попросили. Просто воды попросили, да? Да. Чтобы бабушка отвлеклась? Да. А в это время что происходило? Бабушка отвлеклась, пожалела вас, понесла воды. А в это время что происходило? Мы сидели на кухне. Вы сидели на кухне, а в это время что происходило? Не знаю. По данным уголовного розыска, дети знакомились на улице с пожилыми тверетянами. Говорили, что приехали из Армении. Давили на жалость какими-то военными конфликтами. И напрашивались в квартиры к пенсионерам, якобы в туалет или попить воды. Дети отвлекали стариков. В дом заходила их мать, искала деньги, совершала кражу, и все уходили. Вот 37-летняя подозреваемая. По оперативным данным, она гражданка Украины. Здесь по временной регистрации. Нигде официально не работает. А вы судимы раньше? Нет. Так, в полицию первый раз? Первый раз. По данным оперативников, с августа прошлого года по сегодняшний день на счету задержаны около 10 преступных эпизодов по одной и той же схеме с детьми, которые, к слову сказать, не ходят в школу. Мальчик признался, не умеет ни читать, ни писать. У вас сколько, двое детей или трое? Пятеро. Пятеро детей? Да. Муж работает? Работает. А вы тоже работаете? Работаю. А детей почему в школу не отдаете? У вас не принято? У нас дети учатся, у них няня с них учит. То есть няня, да? Няня за деньги? Не за деньги, бесплатно они там живут. И еще одна деталь. Задержанная сноха той самой Аргентины, о задержании которой мы рассказывали летом 2019 года. Верующие в церковь ходите? Или как? Вот везде, да? Конечно. Живете по совести? Ну, а как? По закону? Да. Закон не нарушаете? Нет. Если верующие люди, да? Конечно. Ничего вы не нарушали закона, да? Нет, конечно. Какими законами? Большую дорогу не ходим, никого не убиваем. Не убиваете, да, никого? Нет, конечно. Ни маньяки. Что мы делаем? У вас здесь кто? Целая семья ваша живет, да? Да. Да? Кто? Дети? Кто живет? Дети живут. Дети живут, да? Глава-то кто семьи? Вы? Я, наверное, да. Вы глава семьи, конечно. Да? Угу. Вам сколько лет? 61. 61? Ой, 66. А вот этот мужчина что здесь делает? Вот они сошлись, живут. Вот, вот они, да, сошлись? Да. Тогда, в июне 2019-го, Аргентина была арестована. Потом был суд. Осужденная на 3,5 года лишения свободы, женщина вышла раньше по состоянию здоровья. Теперь арестована ее сноха. Кстати, сын Аргентины тоже, по оперативным данным, нигде официально не работает. Все потерпевшие обратились в полицию. Задержание 2021 года проводили сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД России. Вскоре арестованной будет предъявлено обвинение. Мы еще раз обращаемся к вам, уважаемые жители Твери. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям и не пускайте их в свое жилище.